К вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывать национальный интерес. Но об этом я постоянно требую информации от соответствующих структур. И я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство, да и вообще к допуску на территории Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо, мы все понимаем и видим. Каждый человек, который к нам приезжает, чтобы просто, как я говорю часто, перекусить и обратно вернуться, или же остаться здесь, или же транзитом едут через Беларусь, все находятся под контролем. В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто выехал за границу, выехал, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Но вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане сбежали, вредят, преступники фактически продолжают преступную деятельность. Предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация. Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность.